у нас сейчас резервов в стране более 80 миллиардов долларов. Вы даже не заметили, как Назарбаев в свой Казком засунул 8 миллиардов долларов и украл за 2 тенге. Этот банк переписал на Тимура Кулибаева. Вы даже не заметили, как 4 миллиарда долларов, даже больше, было засунуто в Цеснабанк, этот банк присвоил Назарбаев. 12 миллиардов долларов просто так раз и нету его. Вы даже не заметили. Понимаете? А теперь будет как? Все потребительские ипотечные займы суммарно составляют 12-13 миллиардов долларов. Что мы сделаем? Мы просто спишем. Правительство выделит деньги. Мы эти деньги зальем в банки. Банки спишут свои кредиты клиентов. То есть клиенты полностью обнулятся. Таким образом, списать кредиты – это вообще не проблема. А затем экономика начинает подниматься на новый уровень, потому что мы в экспортных отраслях разворачиваем ворованные деньги снова людям, и бюджет страны начнет расти стремительно. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.